23 препятствия, рассредоточенные на 3,5 километрах. К таким нагрузкам молодые кадры Орловщины были не готовы, но справились. Бег, прыжки, преодоление высоких деревянных барьеров сделали из будущих управленцев настоящих спортсменов, бойцов. Будет много воды, сегодня ожидается жаркая, хорошая погода, поэтому решили оставить водные участки, которые, наверное, станут самыми такими радостными для бегунов. Основной целью игры была проверка участников на прочность и силу духа, а также умение работать в команде. Это заряд эмоций, позитива, хорошего настроения, возможность проявить себя и показать, что спорт – это действительно жизнь. Поэтому мы с радостью приехали сегодня и надеемся получить хороший заряд эмоций. Поддержал участников тропы героев, а также проверил свои собственные силы в Рио губернатора Андрей Клычков, который с самого начала курирует проект молодых кадров. Самое главное участие, но и большее значение имеет, что между собой мы сегодня видим уже коллектив, уже видим большую команду ребят разных возрастов, разных знаний, разных физических готовностей. Но сегодня ребята здесь уже организованы, у них есть команды, друзья. Я думаю, что мы проведем спортивное мероприятие для самой большой цели – объединить активную, патриотичную молодежь Орловщины для того, чтобы дальше уже работать. Испытать на себе маршрут будущих чиновников может каждый уже в следующие выходные. Тропа героев – это действительно стала визитной карточкой спортивных таких вот событийных мероприятий в Орловской области. И сегодня, скажем так, это генеральная репетиция перед большим мероприятием, которое пройдет 26 числа. Это будет уже тропа героев, которая будет для всех желающих. И параллельно с этим мероприятием у нас будет проходить областной туристический, спортивный туристический слет, к которому мы также готовимся. И поэтому сегодня хорошая возможность посмотреть, насколько площадка в Залегаче готова для проведения таких больших мероприятий. Алина Карасева, телеканал «Первый областной».